Китайский зонд для изучения Марса Тяньвэнь-1 преодолел уже около 400 миллионов километров и достигнет орбиты Красной планеты в феврале. Об этом сегодня сообщили в китайском ученых. Через месяц с лишним он приблизится к Марсу и начнет снижать скорость, после чего зонд будет готовиться к посадке. Среди научных целей миссии – исследование поверхности Марса, поиски залежей льда, а также изучение магнитного поля планеты. В настоящее время зонд летит со скоростью 23 километра в секунду, то есть в сутки он пролетает почти 2 миллиона километров. И его скорость с каждым днем увеличивается, так как он все больше отдаляется от гравитационного поля Солнца. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны.